глава Крыма Сергей Аксенов назвал смешной выходку сотрудников Google Maps, которые подписали Крымский мост на картах на украинском языке. Об этом он написал в Facebook. Аксенов сравнил действия корпорации с промежуточной стадией лечения шизофрении. Позитивная динамика уже есть. Пациент признал существование моста, но пока еще продолжает считать Крым украинским, заявил чиновник, пообещав продолжить лечение. Также глава Крыма предположил, что Google пытается совместить реальность с генеральной линией партии, одновременно признавая Крым украинским и оставляя название моста на двух языках. Если это так, то остается им только посочувствовать. Сложно, наверное, стоять в раскорячку между двумя российскими берегами, заключил Аксенов. Ранее пользователи сети обнаружили, что Крымский мост на картах Google Maps подписан как Крымский мост, подобная надпись появляется ближе к Крыму. Если смотреть на сооружение со стороны Таманского полуострова, название подписано на русском языке. Российские власти приняли решение о строительстве Крымского моста в 2014 году, сразу после вхождения Крыма в состав России. 16 мая 2018 на Крымском мосту открыли автомобильное движение. Больше ада и странных новостей в телеграм-канале Лента Дна. Подпишись.